Ассаляму алейкум. Мы продолжаем наше включение. Уже наша съемочная группа находится в Сакском районе, село Фрунзе. Здесь с самого утра активное голосование. Люди приходят целыми семьями. По недавним данным, это уже проголосовало около 400 человек. Праймерис проводит «Единая Россия». Это не просто, это не выборы, а подготовка к выборам, которые состоятся в сентябре этого года. Партия решила таким образом провести предварительное голосование, чтобы решение принималось не в кабинетах, а избиратели непосредственно сами выбрали своих кандидатов. Такое мероприятие для Крыма – новшество. Это, можно сказать, историческое политическое явление. С утра работает 325 избирательных участков, более 5000 кандидатов. Сейчас рядом со мной находится депутат Госсовета Сергей Анатольевич Трофимов. Хотим с ним пообщаться. Скажите, пожалуйста, вот насколько важно для крымчан такое вот знаковое мероприятие? Добрый день. Действительно, сегодня очень важное событие, можно даже сказать. Политическая партия «Единая Россия» – это самая мощная политическая партия в стране. И именно эта политическая сила имеет реальные возможности по преобразованию нашей Республики Крым. И помимо этого, конечно же, очень важно, когда сам избиратель определяет тех людей, которые будут идти по списку по мажоритарной основе. То есть фактически всегда основу политической силы составляют люди. И за команду политической партии «Единая Россия» как раз есть возможность избирателю проголосовать на данный момент, чтобы они выбрали достойных людей, которые с их точки зрения будут активно отстаивать хорошие позитивные преобразования на их малой родине. Вот, скажем, точно так же я был уже депутатом Государственного совета первого созыва. 5 лет, есть определенные результаты. Но на данный момент хочется попробовать себя в роли депутата-мажоритарщика, отвечать за конкретный округ. Я понимаю, что это совершенно другая ответственность, но совершенно другие возможности. Хочется изменить свой родной край, свою малую родину. И Сакский район, город Саки, и Первомайский район, у меня достаточно сложный трехсоставной округ. Но я уверен, что при поддержки избирателей, если они по достоинству оценят предвыборную кампанию и окажут поддержку, мы абсолютно со всем справимся. Работы очень много, но вместе мы все сделаем. Спасибо вам большое. Сейчас я напоминаю, вот мы находимся в Сакском районе, село Фрунзе. Здесь с самого утра люди голосуют, приходят с семьями. Хотелось бы, конечно же, и пообщаться с обычными избирателями, узнать их мнение, почему они приходят, участвуют в праймерис. Анатолий, рядом со мной находится Анатолий, житель села Фрунзе. Здравствуйте, вы уже проголосовали? Да, проголосовал. Расскажите, пожалуйста, вот именно, какие надежды возлагаете на кандидатов, что от них ожидаете? Ну, что ожидаем? Ожидаем улучшения жизни, как говорится, чтобы совхоз процветал наш, или село, или вообще Крым, да. Да, мы же выдвигаем это предварительное же голосование. Поэтому хочется, чтобы вот молодежь, назвать фамилии можно, нет или нельзя? Нельзя, да? Вы делаете ставку на молодежь. Да, на молодежь, на своего кандидата, который вырос здесь у нас в селе, да. Мы его знаем с детского садика, школа, да. Парень порядочный, воспитанный, культурный. Слово держит, да, серьезный, да. Вот за таких я буду голосовать двумя руками. Как говорится, он знает все проблемы, да, изнутри. Да, да, он здесь вырос, он все знает. Да. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Всего доброго. Студия, я еще раз напоминаю, что мы находимся, принимаем участие в праймерис «Единой России». Такое предварительное голосование практикует только партия «Единая Россия». Это внутрипартийное мероприятие, более 5000 участников, 325 избирательных участков. Участки работают с 8 утра до 8 вечера. Есть возможность проголосовать не только на своем избирательном участке, а также по электронное голосование существует. Для этого нужно перейти на сайт «Предварительное голосование 2019», и там есть вся необходимая подробная информация не только о методах голосования, но и об участниках, их предвыборная как бы программа. Хотелось бы отметить, что праймерис – это отличная возможность именно партии «Единая Россия» узнать непосредственно у самих избирателей их мнение, кого бы они хотели видеть на выборах, которые состоятся в сентябре текущего года.
это голосование впервые будут принимать решения не в кабинетах, а непосредственно сами избиратели. Это будут не профессиональные политики, а профессиональные врачи, спортсмены, инженеры, а также студенты. Самый молодой участник праймериса, это ему 20 лет. На этом у меня пока все, так что не переключайтесь, уважаемые зрители. Мы будем вести прямые трансляции со многих районов Крыма, нашего большого полуострова.